Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала, с вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией моего видео, носит только информационный характер. Сегодняшнее видео по проекту Финтрады Центр. Я буду делать очередное задание, два задания. Значит, у меня есть робот на бонусные денежки куплен, и он скоро уже завершит свою работу. Значит, вот за $50 у меня на бонусные денежки куплен робот. И осталось тут дней сколько? 4, наверное. Так, 3 дня осталось. Вот у меня 37 начислений из 40. За эти бонусные денежки я уже вывела $10 на халяву. И вчера я опять поставила на вывод $10. Итого, ну, чуть больше $20. Согласитесь, без вложений неплохо, выполняя задачи. Значит, также вот здесь био переходим. Я вот купила вот этого робота на бонусные денежки. Здесь по нарастающей можно накопить 750, 12500. Ну, вот я на $50. И также можно покупать, пополнять и покупать. Вот уже вот здесь. 10% побольше, как бы. За $50, 750 и 12500. Значит, я же выполняю задание. Значит, нажимаю «Карьера». Вот здесь. Русский язык не поставила. Ладно, сейчас переведем на русский. Значит, я опубликовала пост. Вот у меня уже, это мне уже все начислено, отправила ссылочку. И это вот мои задачи. Это все мне бонусы начисляются. Сегодня я буду что делать? Опубликовать видео в социальной сети. И мне за это заплатят $2 бонуса. Нажимаю на плюсик. И здесь вот эту ссылочку я скопировала. Вставила в браузерную строку. Скачала себе на YouTube. Предыдущее вот это видео я удалила. Потому что дважды видео на YouTube как бы нельзя заливать. Я предыдущее удалила. А это как бы скачала и залила себе на YouTube. Здесь краткое описание. Задание выполняется один раз в 10 дней. Значит, вот это название у меня будет. И хэштег. И поставить «нравится» своему собственному видео. Я перехожу на страничку Facebook. Значит, вставляю сюда все, что у меня написано. Видео вот оно. Нажимаю «опубликовать». Страничку все опубликовал, ставлю себе лайк. Далее вот сюда нажимаю «только что». Вот оно, мое видео. Я копирую вот эту ссылочку, так, иду обратно сюда и вставляю вот сюда на проверку вот эту вот ссылочку и нажимаю «я выполнил задание». Все. После того, как они проверят мое задание, вот мое задание в пединге, мне начислят $2. Далее, вот это видео, что я сейчас вот в данный момент, друзья, записываю, я также его опубликую на YouTube. Переводим на русский. Значит, и вот это у меня будет название. Далее загружу в социальную сеть точно так же, как и предыдущая. Скопирую ссылочку, друзья, и вставлю сюда и нажму «выполнить задание». Вот. Название должно содержать вот такое вот задание. Название, то есть, прошу прощения. И видео должно быть озвучено. И вот здесь хэштеги. Вот. Вот таким вот образом я
работаю без вложений и как бы вывожу денежки. О том, что он платит, естественно, уже нет как бы сомнений, потому что не одна я выполняю такие задания. У меня сейчас бонусных $33. Вот. И когда у меня здесь будет $50, я запишу видео опять же. Я куплю на эти бонусные денежки, нам их не дадут выводить, робота. После того, как я куплю робота, мои уже денежки будут капать вот сюда, на основной счет. И потом я уже буду их выводить. Минимальный вывод отсюда $10. Вот. Ну, как изначально здесь регистрироваться и выполнять задание, первоначально дают $100 на 10 дней. У меня есть видео на канале. Кому интересно, присоединяемся. Не интересно, проходим мимо. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч!